Каждый четверг лета в парках Риутова организуются мастер-классы, мини-уроки и другие мероприятия для детей. В минувший четверг в Центральном парке занятия посвятили Дню шахмат и 60-летию полета в космос Валентины Терешковой. Мы с подругой гуляли в парке. Нам очень понравились шахматы, мы захотели в них сыграть. Я в шахматы занимаюсь несколько месяцев. Мне они нравятся, потому что ты развиваешь мозг. На одной из площадок «Юное дарование» разыгрывали партии и мастерили ракеты. Кто знает, может, такие занятия дадут толчок к серьезному увлечению, которое перерастет во что-то большее. Мы уже не первый раз участвуем в этом. Мы делали здесь уже поделку тигра, да, Саш? С удовольствием всегда останавливаемся, с удовольствием лепим, рисуем и делаем поделки. Нам очень нравится. Я думаю, что когда мы подрастем, будем больше заинтересованы в этом. На другой площадке в парке «Фабричный пруд» также учили играть в шахматы, а кроме этого вспоминали стихи в честь 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского. Здесь подготовили викторину о жизни поэта с вопросами для любителей поэзии всех возрастов. Ну вот мы первый раз с этим столкнулись. В общем-то, к сожалению, мы, конечно, значит, если как что узнаем, мы обязательно будем посещать. Потому что очень интересно. И викторинки поучаствовать интересно. Все, призик заработать. Очень интересно. Так что спасибо большое. Библиотека в парке получает множество откликов. Недавно библиотека получила в подарок от депутатов Реутова несколько наборов для игры в шахматы. «Единая Россия» поддерживает этот проект. Это «Единая Россия», которая старается приблизить книги к народу. Это правильность. Хотя сейчас уже много в интернете вот этих. Но я, например, люблю читать живую книгу. Я интересуюсь, переворачиваю назад, вспоминаю. Партийный проект «Библиотека в парке» стал лауреатом конкурса премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». И это не только занятия с детьми. Несколько лет назад в парке «Фабричный пруд» установили шкаф для буккроссинга. Риутовчане поддержали идею, так как мини-хранилище знаний пустеет каждые 2 месяца. Жители активно берут издания, а взамен оставляют свои уже прочтенные книги.